период с 30 июля по 5 августа 2018 года сотрудниками ОМВД России по городу Хасавюрт проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», в рамках которого проводятся рейды в семьи группы риска, где есть несовершеннолетние школьники. Ведется работа по их охвату организованными формами летнего отдыха. Цель операции – профилактика правонарушений несовершеннолетних, выявление безнадзорных и беспризорных подростков, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих их в противоправные действия, пересечение повторной преступности, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде. Старший инспектор по делам несовершеннолетних Заира Абдурахманова рассказала о правилах проведения данной операции. В целях профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних, выявления беспризорных несовершеннолетних антиобщественной направленности – или лиц, которые вовлекают их в противоправные действия, в Республике Дагестан с 30 июля по 5 августа идет операция, комплексная операция «Подросток». Если взять отдельно наш Хасавюрт, город Хасавюрт, основное там участие принимают участковые, уголовный розыск, патрульные службы, ну, в принципе, весь отдел, потому что это комплексная операция. Скажу одно, подростковая преступность – это ничем не оправданное, нетерпимое явление в нашем обществе, которое порождает безнадзорность и беспризорность. Подростковая преступность наносит вред не только тем, кто оказался жертвой преступных деяний, они калечат и самих подростков, и наносят огромный вред самому обществу. Ранее уже принимались меры по борьбе с подростковой беспризорностью. Это были походы в учебные заведения города, где инспектора проводили беседу со студентами и учащимися, в которых поднимали различные темы, начиная с поведения в обществе и отношений к людям, заканчивая о вреде наркотических средств. Во всех школах, вузах, СУЗах, где мы проводим лекции, мы всегда затрагиваем эту тему. То, что согласно федеральному закону 71 от 2009 года после 22 часов ночи, до 6 часов утра по местному времени, несовершеннолетние, эти дети, это получается до 18 лет.